Привет, друзья! Особенно те, кто принимал участие в международном музыкальном конкурсе «Золотые таланты». Меня зовут Дмитрий Гончаров, я генеральный продюсер радиостанции «Сфера Мьюзик» и по совместительству один из членов жюри, которые принимали решения по конкурсантам, по тем, кто принимал участие в этом новом сезоне конкурса. Очень много принимало участие в этот раз талантливых и даже очень талантливых участников, поэтому я называю именно тех, кто, по моему мнению, оказался достойным, более достойным, скажем так, на данном этапе, и у кого есть очень большие перспективы. Поэтому поздравляю всех, кто принимал участие в данном конкурсе, и сейчас я назову ваши имена. Итак, Ольга Бородкина, Рада Зинчук, Татьяна Мешкова, Анея Пашинская, Анастасия Чапыгина, Белла Шебзухова, Валерия Юзефович, Федор Астахов, Арина Потопчук, Дарья Сосновская, Маргарита Елтарова, Злата Данько, Мария Клецкая, Юлиана Кулак, Владимир Давыдов, Анастасия Онищенко, Лествица и Илона Макаренко. И далее есть еще пять участников, которые, на наш взгляд, имеют очень большие перспективы. Поэтому вам мы поставили 10 с плюсом. А это Вера Чернуша, Алина Павловец, Алина Литвиненко, Василиса Котова и Антош. Желаю всем, дорогие друзья, приятных впечатлений от ваших побед, от вашего творчества. И действуйте дальше. Каждый конкурс для вас – это следующий этап вашей творческой деятельности. Всем удачи и побед. Пока.